Вот она, именинница, красотка. Лаврешка, залезай. Ну, давай. Нет очереди, ждем. Тейка. А вот они, подружки наши, встретились. Миланка. Теснёлька. Сколько волшебных, красивых девочек на празднике. Они... Это все невероятные. Марк уже там тусит. Он прически вовсю. Наталюшечка, а 24/16 работает? Работает, но бывает исключение. Это наш любимый Алексей Николаевич, наш друг большой. Витюня, а ты что, ешь? Ты ж на ПП, Ми. Был. Ой, какой скромный у тебя ужин. Ты скромненько, я тоже нет, сейчас да? Покушаю. Еще раз, те, кто не знает, но как можно не знать этого гуру? Сладкого мужчину. Сладкого мужчина, это сладкая женщина, сладкого мужчины. Лерчик. Да. О май гад. Мы первые увидели то, что будет сладким подарком. Это просто невероятно. Ребят, то, что творят наши русские кондитеры, наши вообще... Я такого, честно сказать, нигде не видела. Итак, Юльчик, нарядный цветочек, мамуля, бабуля, Олев, жена. О!
Я подхожу к Мите, говорю: Митя, это старость, что я плакать хочу от этой песни. Да хватит. А тут у нас сладкая кондитерская. Боже мой, сколько всего красивого розового. Юльчик. Ребята, спасибо. И тогда все твои желания сбудутся. Ну что, готова? Начинаем. Один, два, три. Вот это класс! Класс! Какой шикарный сладкий стол у Таюши на дне рождения! Боже! Все очень вкусное, очень красиво, просто! Теона! Ну какая же красота! Посмотрите! Девочки, вкусно, Милан? Очень? Таюша, тебе пришли новые гости! Да что ж поесть, скажи, не дают. Момент. Знаете? Ну хорошо, а давай проверим. Давай, конечно. Вкусная. Поэтому сейчас делайте небольшой полукруг, чтобы... желания. А мы, друзья, все же помним, сколько исполнилось нашей красотке. Четыре! 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 Абсолютно верно! Поэтому вместе с